Реставрация золотой погребальной маски Тутанхамона в Национальном музее Каира продлится 2 месяца. Об этом заявил во вторник руководитель проекта. В августе 2014-го при ремонте освещения в музее сотрудники случайно повредили маску, отколов бороду знаменитого фараона Древнего Египта. Сотрудники решили приклеить ее с помощью эпоксидной смолы, следы которой были вскоре обнаружены, вызвав скандал. «Наш проект пройдет в 2 этапа», – заявил руководитель группы немецких и египетских специалистов Кристиан Экман. Первый заключается в том, чтобы отсоединить плохо приклеенную бороду и затем снова присоединить ее к маске как следует. И второй этап крайне важный – изучить, из каких материалов она была изготовлена и какая при этом использовалась технология. Для реставрации маску, являющуюся символом Древнего Египта, удалят из стеклянной витрины Каирского музея и перенесут в специально оборудованное помещение этому ценнейшему памятнику мировой истории 3300 лет.